Во, бля, ебать. Давай, давай. Пой. Словно ветер в степи, словно в речке вода. Словно ветер в день степи, пройдет, и тогда день пройдет, и тогда день вернут, и как... Да. День пройдет, и тогда день пройдет, и тогда... На ссылку заебал. Нахуй мне этот порнохаб. Вот и посмотри, как выглядит, блядь, редукс. Там разницы нет, я там уже посмотрелся. Все уже стало мне понятно. Ветер в степи, словно в речке вода. День пройдет, и тогда день пройдет, и тогда день вернут. Алло. Алло, ёпт. Там минимальная задержка. Я уже понял. А мы что на драйв РП? Драйв РП. Ты посмотри, там QHD на. You? QHD говорю. Блять, из-за тебя промахнулся. Куда ты промахнулся? Удочку не очень. Удочка хуй, удочка. Ой, бля. Что за маленькие бананы такие? Шучу. Не бананы. Блять. Нахуй. Разбил тачку. Пошлю его на небо за звездочкой. Конечно, все уже будет кончено. Блять. Еще один. Ну. Читильный день пройдет. Пить захочется. Пить захочется. Алло. Алло. Оторвало ногу и руку и голову твою. Раз, 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 два, три, поехали. Куда этот Евгеша делся? Евгеш все. Ну. Ебать воняет. Но это твои проблемы. Форель. Кого? Форель. Форель воняет? Нет. Воняет жопа. Твоя? Не. Твоя. Моя жопа не воняет. Это твоя жопа воняет. Нет, моя тоже не воняет. Ты ее подмыл, да? Да. Я как мыл, с мылом? Нет. С мочалкой. Без мыла. Чтобы растереть все нахуй. Надо было жидким мылом, чтобы не ронять попу мылом мыть, в ванне. Попу мыть нужно каждый день. Попу мыть, даже когда лень. Фига ты там музычку поешь. Угу. Редуксом машина едет быстрее. Это правда? Нет. Пиздёшь? Пиздёшь.
Ложь, пиздёж и провокация. Да нет, тачка на самом деле нормальная будет. Девять, девять, пять у меня. Да? Угу. А я уже второй уровень взял. А я нет. Да и Женя нет. Ему там 200 осталось всего лишь. Ебать. Всего лишь? Да, до второго уровня. Да хуё лишь, я бы сказал. Скажите уже. Обогнали тебя. Я не тороплюсь. Мне второй уровень интересен даже. Мне интересен. Ты знаешь, что там есть другие разновидности рыбы, которые стоят по 2-3 тысячи за штуку? Ты можешь это там нормально поиметь. Не знаю, я. Вы еще ничего там не имели. Максимум, что поимели, это тебя, бля. Тебя. 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 Поимели тебя. Поимели на восток. О, заебись, молочко зашло, нахуй. Ну да, бухать меньше надо. Ты видел, кстати, мою тачку? Это сейчас видишь, молочко въебал, путь очищения прошел, нахуй. Ты сколько там его въебал? Пол бутылки, нахуй. Пол бутылки? 0,5? Полтора. Ни хрена ты, блин, заглотнул. Ну не полтора, там 1,4, по-моему. 100 DP. 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 Ты где там рыбачишь, блядь? Как обычно? Нет. В наглую? В наглую? Да, с ребятами. А чё это за говно подъехало? Ты чё, бля? Ты я нахуй подъехал. Ты даже номера еще переделал? Нет, номера не переделал. Не, ну я имею черный. Ну черный, да, только поставил, да. Чё-то я здесь тебя не вижу, ты пиздишь. Да я вон в эту, в черном фоне. А, ты в маске, что ли? Да. Поэтому я тебя не понял, что это ты... Балаклаву натянул на свои ебало. Да. Натянул на ебало балаклаву. Чел с рожками стоит. Ну не с рожками, а с этими, со звездочками. А сколько у тебя денег? 15. Я же уже тюнинганул тачку. Да я тюнинганул тачку. Ты зарабатываешь и проебываешь сразу. Ну да, конечно. Жизнь такая штука. Заработал, проебал. Это да. О, удочки хватит еще на 3 раза. Отлично. Блять. Чем это? Это не отлично. А я по 20 брал. Просто у меня денег не было. А-а-а. У меня денег совсем не было. Я сейчас вот удочку на 50 куплю и наживку. И все. И у меня уже не будет. У меня 3 девятки. Отлично. На номере. Вздымая пыль, стая, гоняя по ветру автомобиль, достиг предела по спидометру. После обеда еще можно начать? Туалет, покушаем, блин. Покушаем. Просто на полу. Я забываю. Не, нормально все будет. Что там по стриму моему? Ты смотришь его, нет? Ага. KCD Creek. KCD Trail. Фу. Уходи. Что там до тебя докопалось? Ну вонял, блядь. Кто, Собакин? Нет. Ты? Да. Не уходит еще, блядь. А где твоя машина? Сейчас скажу. Тут или это? Была, да? На дороге там. А что у тебя за тачка была? Бэха вроде, да? Угу.
Гоночная. Болит. Жопа болит. Вот, вот это другое. Одиночество, сволочь. Одиночество, сука. Ты сама так решила. А сегодня ментов не было? Нет. Так утро же, блядь, кого? Какие менты? Они еще спят. Чука, у 43 человека. Они еще спят. Оно зашло. Евгений. Оно зашло. Там ты оно нахуй. У меня на работе есть Евгений Бучев. А получается, почта у него Е. Бучев. Ебучев. Он, наверное, сам не понял то, что он ебучий. Не, почту не он делает, у нас фирма делает, ну, создает почту и дает адреса. И над ним, похоже, жестко прикольнулись. Постебались над Ебучевым. Да. Ебучев, бля. А он на самом деле вообще не такой, да? Зла Ебучев. Ебучев. Бля, ну просто, блядь. Надо было такую почту сделать. Могли бы, у него вроде такая фамилия-то не длинная, могли бы Евгений Бучев сделать там .ру, блядь. Евгбучев, например, да? Ну не вот это Ебучев, нахуй. Ему даже писать, еб, смешно, нахуй. Плясать смешно? Писать ему. Типа, напиши, пожалуйста, Ебучеву, да? Да. Ебучий, блядь. Почта какая у него? Ебучий. А, понятно. Он еще лысый, хуй такой, очкастый, да? Точно ебучий, да? Да. У него там, блядь, лоб идет, походу, нахуй, до затылка. Хуи. А, то есть стрим начал? Так я стрим, да, сделал. Стрим, что ли? Хуя, блядь. А вдруг он увидит это видео? Удаляй. Ебучев? Ну да, специально будет искать, нахуй. Да-да-да-да-да-да. Стрим назови Ебучев. Да-да-да. Вдруг ему будет интересно. Это Андрей Тульский сказал. Нихуя тут, короче, чел, который купил за 120 миллионов Бугатти Широн, блядь. Ну, где? Тут тачка стоит, Бугатти Широн. Пиздец, обоссаться нахуй. Да. А ты где есть-то? За 60 кусков. Да возле этого, Рыбалкина. Ну, я нихуя не тачка. Около гелика, что ли, там? Че, Андрюха, заходишь? Че, за Реала купил? Да, говорит, прикольная, бля. Админ, наверное, бля. Ты же прикольный, бля. Фигни, бля. Охуенно, бля. Ага, и въеби ему, нахуй. Ты че, Андрюха, в игру заходишь? Да он же я давно, здесь. Блядь. А? Он я же здесь, давно здесь. Там. Че тебе сколько это, полторы? Тысяча дохуя, у меня 1006 или 1010. Я же не ловил нихуя. Ну ты вчера наловился. Нахуй. Я? Да, я вчера клюнул. Только успевал стопки ловить. Да, это он может, блядь. Топарики хуярить. Я, короче, редукс от Беркли установил. От The Berkeley. Угу. Ну я до этого у него останавливал. Как бы все так вот у меня сейчас тоже посмотрим. От него разве нет? Нет. Нет. У тебя от пупырки, ебаный. У него все охуенно. Пупырки? От пупырки. Угу. От пупырки на... станет всем светлее. На FPS еще закину и все будет охуенно. От пупырки в попе радуга проснется. Поделись пупыркою своей. Пусть Андрюха разорвется. Пусть жопа Андрюхи разорвется. А ты би-би-би его сильней. А ты би-би-би его сильней. ЛГБТ точно к тебе вернется. И жопа разорвется. Да, блин. Ебать, голубизна, блядь. Там ЛГБТ, там радужные, блядь, все. Если ты не за ЛГБТ, ты не мужчина, блядь.
сука. Это тебе так внушают там. Вот кто у нас на дуре показывает? Пидорастический человек. Бля, я вот на стрим захожу на Твиче, и там просто подписано внизу, блядь, тегом LGBT+. Но я сижу, думаю, блядь, ну вы пиздец, конечно. Но это типа для всех видов рас людей. Рас нахуй, людей, блядь. Нахуй ты ко мне подошел? Тебе что, столько не нравится то, что с тобой мужчина рядом стоит, блядь? Отойди. Я вообще-то от тебя за метр нахуй стою, не надо мне ля-ля. Тебе воняет. Это у тебя, блядь, нахуй носки вонючие, блядь. Да я их снял. Не знаю, вон у тебя носки, блядь. Ты в сланцах стоишь и в шортах, блядь. Ну, поэтому вонять не должно. Должно, блядь. У тебя они в воде стоят. Нихуя не в воде. Воняет, пиздец. Вот Максим покинул канал. Да. Максим. Ну и хуй бы с ним. Вот и помер бот Максим. Бот Максим, ну. Вот и хуй бы с ним. Это там заводочка рядом торчит. Помер бот Максим. Кто-то съебался оттуда. Да и хуй остался с ним. Положили его в гроб. Собака. Не уперся в потолок, иди сюда. О, ты молодец какой. Служить. Служить. Молодец. Ты чё там, блядь, окуни нахуй учишь служить? Да. Хуя ты дерзкий. Ещё бы ты умел бы танцевать, ты меня разлёг бы хотя бы. Так ты нихуя не умеешь. Ну, он сейчас такой скажет тебе, ты слышишь, не борзей, блядь, хозяин. Такой гав, блядь, на себе. Яйца хуя как хозяин барин, блядь. Хуярин. У вас нет туточки. Дудочки нет у тебя. Иди дудочку покупай. Хуя он там, это партизан, блядь, я его даже как будто не заметил. Кого? Да вон пацан, короче, с кустов съебался направо. А, хуяк сейчас... Я что ли, блядь? Не-не-не-не-не. А это ты как что ли Себастьяна сделал? Как нет, если я? А, бля. Со зрением все нормально? Да, партизан ссаный. Хуяк-хуяк-хуяк по воде. Пополз, блин, пополз. Против течения, на их. Mm-hmm. На водопад заплыву? Нет, не сможешь. Будешь топиться. Как нехуй делать? Ничего себе, блядь. Слышь, ты там окунь, блядь. Ты что там, с окунями подружился, что ли, с русалками? Пошла жара, а жара, как на бару-бару. Я беру тебя в бару, ты вот виски кут. Сейчас въебут мне этот. За твои песни тут. Страйк. Чему? Ты же поешь. Заебеть. Слышь, окунь, блядь, съебался нахуй. Всех щук распугал. Охуенно. Ауенно, да? Хорош там плавать, блядь, щука. Сейчас упадешь под камень или ляжешь. Будешь лежать и помирать. А что? Ты на картах у меня бегаешь, блядь. Да? Да. А вот сейчас нормально. Почему Ctrl еще приближает камеру, сука? Да, это вот из-за такой фигни. Когда вот ты на картах, ты Ctrl зажал, она приближает камеру, блядь. Нахуй нет, добавили вообще Ctrl, это ебаный. Хер бы его знал. Там из-за контрола, из-за этого очень дохуя кто, блядь, кажется, что на картах. Угу. На самом деле он, блядь, нормальный пацан. Был Максим, пацан. И нет Максима. Пацана. Евгеша, ты где? Он здесь вообще? Я пока, да, здесь тут. Картошку жрешь, да? Картошку с яичницей делаешь или просто картошку жаришь? С хуишницей. Я тебя, блядь, нормально спросил, блядь. Ты что такое? Отвечаешь мне тут дерзко. Какая нахуй картошка с яичницей? Так. На обед. Картошка с яичницей. Это, блядь, что за хуйня получается? Картошка с яйцами, вот что получается.
Ой-ой, ты какой-то повар, нахуй. Чё, бля? Взял, взбил яйца куриные, блядь. Посолил, нахуй. Поджарил, бля, картошку, нахуй. Потом добавил туда яйца. Заебиться. Хочу тебя любиться, хочу тебя любиться. Хорошо. Ебать, у меня, походу, давление, нахуй, у меня все тело красное. Давление? Ну так смери его. Возьми этот. Как он там называется? Манометр, блядь. Я что, на пенсионера, что ли, похож? У меня нет такой. Поверь мне. Есть. У меня нет. Ну да, у меня. Я красный, сижу как рак, ебать, ёру. Помидор от томата. Больше пить не буду. До поры до времени. Ну да. Больше, в принципе, блядь, оно так и есть. Больше, говорит, пить не буду. На улице такая погода великолепная. Ага, я такой, день завтрашнего дня. Тульский весь, еще... блядь, бухой, блюет там, все такое. Главное, вот вчера был корпорат, погода была говно, дождик, блядь, уёждик. А это специально сегодня, так? Блядь, до корпората тоже была погода, блядь, охуенно, там солнце, но... Все дела, блядь. И сегодня солнце. Так нахуй оно мне сегодня, если оно вчера должно быть. Ну вот видишь как, это закон подлости. Нихуя у меня мышка какая пиздата. Опять Женя ушел? Да. Какая классная у меня мышка. А че он уходит, приходит? А, ну уходит, приходит, уходит, приходит. Зачем он уходит, приходит? Долбоёб. Ну да, не без этого. Вода водится. Хочу тебя любиться, хочу тебя любиться, хочу тебя любиться. Сердиться не хочу. Сколько у меня время? 12:36. Сколько у меня рыбы? 56. Сколько тебе еще до 1000? Уже, да. А, уже 1000 у тебя, да? 1000, да. Тебе еще теперь 500 надо. 500 километров. 500 нахуй. Валим, 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 валим на гелике. Этот гелик уже 1000 раз, знаешь, топили. Да? Он этот белый? Да. Он постоянно приезжает, кто-то берет и вот гелик топит нахуй. Валим, 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 валим на гелике. Гелендваген, ваген. А он у тебя с запаской? Нет, без запаски. У тебя без запаски? Угу. Ну, с запаской. Да бля, я отсюда не вижу. А, ну может, да, ты просто не видишь. Она же левее находится. Ну да. Валим, 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 валим на брабусе. Филин, ваген, 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 сын. Он у меня в белых трусах. Черный. Да, у меня тоже. А он тут черный и без запаски, блядь. Угу. А это что стоит? У тебя X5 сзади? Да, он с запаской. Да, X5. X5M. Да, X5M. Никак у меня это новый, да, Пол? Нет. Ну, он что-то с этим, с обвесами какими-то, с хромированными. Знаешь? Знаешь, в чем прикол? В чем? У меня он без колес стоит. Нихуя, что за хуйня? На лодке кто-то проехал, бля. Он каждый день так проезжает. Он у меня без колес стоит. А, ну он, наверное, едет это на эту хуйню. На третий уровень рыбалки. Ну да. Хотя там, небось, есть, блядь, где снять эту лодку. А, не... а, ну да, есть. Там есть, да, там причал есть. Просто у него, видимо, там это... Так удобнее. Ты же зачем, зачем, зачем? Там, наверное, лодки просто дороже стоят. А так на этом берегу, ну, на вот этом вот, да, где там второй уровень, mm-hmm. там они 2,5 стоят всего лишь. На озере. 2,5. Ёбаная шерсть. Какая шерсть? Ёбаная. Ёбаная шерсть, бля. А это кто именно? Кто такой ёбаный? Это Мурат.
кто такой Мурат? Марата брат. Марата брат? Я думал, Дильмурата брат. Салавата сват. Марата сват. Чему он рад? Ну кто бы знал. Хочу тебя любить. Капец, вот этот вот чел этот стоит, короче, да, с золотой цепью такой. В каких-то шортах и весь в татуировках. Сзади у него, короче, ангел. На правой руке ангел, блять. Посередине, нахуй, крест. Ебать, я весь... вот это. Я его татуировки не вижу. Он у меня как будто без татух. Не, он у меня с татухами. Додж Рэм. А у Жень какой цветом? У него черная. А. Белый подъехал просто. Не, он белый, говорит, это. Говорит, фу-фу-фу. Татуировка кальмара прошла, нахуй. Грязный очень. Ёбаный рот, блядь, это красная хуета, из-за нее сорвалась рыба. Вот этот чел, да, который в красном? Да, я думал, там игра в кальмара, а тут, блядь, подонок ебаный. Я к нему тоже подходил, говорю, что ты весь в красном? Типа, такая фича, да, чтобы если тебя, короче, убивали, ты, короче, это, весь в крови был. Он говорит, да не, она изначально, говорит, была белая, просто вот видишь, говорит, я, говорит, хирургом работал. Вот она вся в красном. Крови много было, говорит, не отстирывается. Ебаный мудочка. Я ему ёбнул один раз с удочкой. Потом он мне стволом помахал. Хочу тебя любиться, хочу тебя любиться. Знаешь, сколько у меня сейчас? 1669. Нихуя, отдай мне вот эти 160. А зачем тебе 160? Чё, больше было? Ты хотел сказать 1060. Ебать, мне надо это, знаешь что, компьютер-то уже попылесосить, да? Чё там вообще этот, новая жизнь зародилась? Да новый пока не видно, но пыли, пиздец. У меня на передней этой... Панели? Панели стоит сетка такая. И она вся пыльная, ней... да? Не, и под сеткой три кулера стоит. Фига. И там, блядь, в пыли, ну. Смотри, Dodge Ram это с задней, короче, крышей. Где? Да вот слева, справа от тебя. Мужик, белый? Мужик, не, он у меня черный. А, вот этот? А, вот этот? Да, я да. Просто на другой смотрел. Да. С крышей такой. Типа багажное отделение номер есть один. Есть такое. Убери нахуй свою тарантайку отсюда. Он тебя, думаешь, слышит? А где он? Так он правее тебя, он за кустом получился. А, он, всё. Убирай нахуй. Вода сука, водится. Он не слышит. Да он тебя не слышит там, я же тебе говорю, я тебя слышал. Еще штаны гороховые одел какие-то. Да. Сам как горошек, бля. Прическу тут меня бесит, ебать. Полбашки лысые, полбашки с волосами. Да? Так только долбоебу так и носит. Ну да. Но он и есть такой человек. Не видно, если он горох штаны одел. Горох штаны, розовые какие-то кеды, блядь. Да. Ну, стиляга, видно, что стиляга. Маска, да. Вот эта ебучая. Да, да, со смайликом, да. Какой он стиляга, он черт ебаный. Да, и золотая цепочка на шее. А на шее цепь и поцелуй. Просто луи-луи. Земные ощущения. Знаешь, в чем прикол? Я вот так подумал. Получается, вот эти вот 100 DP ебаных, но ты обмениваешь на 100 тысяч, да? Да. А в казино ты в любом случае ты выиграешь меньше, ну, если только машина не выпадет. Ну да. А так в остальном ты в любом случае меньше выиграешь. Угу. Либо выпадет одежда, либо выпадет вот эти какие-нибудь там 25 тысяч. Либо 5 тысяч. Либо 5 тысяч, потому что там больше нету. Ну, выше 25, по-моему, там нет выигрыша. Угу. Короче, это наебательство. Ну-ка, поэтому я там и не крутил. Я сразу 300 сделал DP и 300 себе в карман положил. Я их в бабки перевел. Блять, сорвалось. Мне было проще в бабки перевести. Ну, вот я в бабки перевел, получается, и этот купил мустанг.
за 800 кусков. И еще в них влил, ну то есть я в Мустанг еще где-то, ну, 250, уже 300 влил. Сколько он стоит? 800 кусков. Ебать. Гелик есть за 850 кусков. Вот этот белый. Угу. Вот 850 он стоит. Ты уебался, что ли? Откуда тебе такие деньги? Ну вот, видишь. Если у меня 1600, откуда у меня такие деньги? Я сидел тут, блядь, с утра до вечера рыбачил, нахуй. Не хочу с тобой разговаривать. Все, короче, ты мне больше не друг, блядь. Да. Блядь. Да. Ну ты, блин, вообще пельмешка. Без спешки. Мне интересно, меня вообще нормально там слышно здесь, на стриме, блядь? Я даже не знаю. Охуенно, да? Угу. Сейчас, подождите, интро врубим. Я забыл даже нитро врубить, ну, интро, бля. Главное, запись-то пошла, а интро-то я не врубил нихуя. А, это что это такое? Интро? Ага. Ну, это мой логотип, получается, красиво сделанный. То есть это заставочка такая, пиздатая. Смотри. Нет. Гандона кусок. Гандона ответ, во. Вода водится. Опять кто-то плывет на лодке, блядь, в обратную сторону. Погорел, он захуярил. Там знаешь еще в чем минус, когда ты оттуда туда плывешь? С левой стороны там же бак есть. Вот, я в нее чуть не впилился, блин, это вообще было. Ты в нее, короче, попадаешь, все, считаю, просто телепортирует тебя. И тачку типа телепортируют, да. По сути, блядь, такое, короче. Кстати, крючки поменяли в черный цвет. А, нет, это только у меня. Только у тебя. Да. Ford Mustang. GT. Сейчас. Я иногда, знаешь, такой ставлю, пацаны говорят, чей Мустанг, блядь? О, менты приехали, съебывай. Блядь, блядь. Менты приехали, блядь. Думаешь, это не скоро? Это менты. Сразу ко мне. А, вот они, вижу. Да, да, да. Здравствуйте, офицер. Это какими судьбами? Ну, так у меня лицензия есть. Вы меня уже там 500 миллиардов раз проверяете. Мы с вами уже как братья. Сейчас дам минуту. Блядь, у меня еще рыба, да хуя, сука, хоть бы он не пошел сюда. Прожила удочку, дай, присоединяйся. Меня не видно? Нет. Так, достал широких штанин с правой лицензию и передал человеку напротив. Сейчас я сапог выловлю. Смотри, лицензию. Такие, блядь. Так, документики. Да, имеется у вас лицензию, но я все равно выйду. Пиши нас, пожалуйста. Сейчас я дам, подождите минутку. Алло. Здравствуйте. Давайте, я вас слушаю. Привет. Английская. И русская. И еще английская. Да, бог. Что делаете? Собачка. На драйве играете? All. Best. Ага. Точка ус. Все. Да. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Я тогда сегодня вышлю вам письмо, там посмотрю. Хорошо, спасибо. И вы там пацана прессуют? Моего братишку? Ну и? Теперь мне напиши. Я написал. Ладно, давайте я пишу. Давай. Я побежал, пизду их. Ага. Да, блядь, менты приехали, нахуй. Да-да, я. Да нет, нахуй, я съёбываюсь. Я чё, на еблана похож, нахуй. Так, пошёл отчаянными. Я в кустах сначала просидел, нахуй. Мы сейчас это узнаем, проверим. Я написал. Это чё, большой микрофон? Не, маленький. Это маленький.
Это я написал просто для себя. Подождите. Я сейчас здесь напишу. Я понял, что это не дядя Люля. Так. Бог. Бог помощь. Бог помощь, да. Почему личного говорю? Это все в стенах. Диспетчер, у меня только что у вас нет статей. Проверочка. Блин, Бог, какой Бог? Ебать, Беня прёт просто, блин. Скандундумч. А, камон, камон. Мне нужно нас обыскать. Такого. Да, да. Ол, это все хорошо. Ола. Ну вот здесь вот, вот эти вот два буквы Л, да? Да, 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 да. А тут ни одно было. Ну там два. Там два. All best. Крышку. Там офицер проверил и ушел. Офицер полиции Кокошкин. Кокошкин, да. Кокошкин. Я пизду съебался нахуй. Да я заметил. Я что-то подумал, не буду стоять там нахуй. Ну. Ебать, у меня выхлоп просто нахуй мощный. И они тоже с Себастьяном сделали. А с Себастьяном верю. Да, они уехали. Женя, ты где? Жень пошел чай что-то там наводить. Да он постоянно что-то чай пьет. Он походу это как Гуф. Зеленый чай пьет. Нет. Он просто долбоеб. Чай на травах. Ресурс. Окунь выбрать все, продать. И угорь выбрать все, продать. Щука выбрать все, продать. Щука выбрать все. Форель выбрать все, продать. Нихуя подзаработал, ебать. А пацаны просто на лайтах нахуй двигаются, ебать, урод. Ты еще походу бухой, блядь. Его и до сих пор отпускает, блядь. Но никак не отпустит. Только любовь. Когда меня отпустит. Часа два-три будет хуёй. Но... Его колбасит, штырит до сих пор. Я хотел разделить твое сейчас состояние, блядь. О, мусора поехали к этой гвудке, нахуй. Ага. Увидел их? Да, да, да. Только что. Пошли рыбу продавать. Угу. И специально вот я там стоял, и они типа такие притормаживают, и потом мимо проехали. Ага. Хотели проверка продать, документов. Небось, нахуй. Да, да, проверка документов. Я тоже, знаешь, такой стоял там. Проверка документов. Хуяк, хуяк. Откуда у вас только рыбы? Я говорю, ебет. Я говорю, просто в карман положу. Вы не имеете права больше 50 класть в карман, говорит. Дурак. Марс. От АМГ. Девочка пьяна. Не садись за руль. Родно. Ну ты же танцуй. Другого цвета секс. Бокали джин. На парковке Мерс. Да, это АМГ. Мерс АМГ подъехал. Ты чё, Мерс купил? Девочка пьяна. Ой, ты поднялся, слышь. Да. Ты знаешь, что... Ползи, бля, нахуй, ебаный урод, бля. Ты одна птица. Ты знаешь, что нельзя сюда парковать машину? Да? Да, на берег. Лучше её... Это один хуй не моя. Ты её спиздил, что ли? Да. Хуя ты, бля, магер. Я думаю, почему ты ее не закрыл? Я ее даже не заглушил, больше скажу. Вообще пофиг. Вообще похуй. Че у него с еблом у 25-го эту? 25-го? Ну у него это. Подбородка нет, нахуй. У него там борода. Ну, это я понимаю, я имею в виду, че у него такой круг какой-то, нахуй. А не лицо делать. Он так решил тебе сделать. Гата телепортировался в этот. Все, давайте, парни, отдыхайте. Давай, бачите. Пошел нахуй отсюда. Иди нахуй. Пошел. Ну-ка, выйди из машины, молодой. Иди нахуй. Выйди, выключи, пуха дырявая.
Чепуха так дрявая, блядь. Ты кому сказал, молодой ебаный пиздюк, блядь? Ты рот закрой нахуй из машины, выйди. Ты свою ебало завали, понял? Ты сосанный, блядь. Чё ты сказал? Ты в машину нахуй, выйди, чепуха ебаная. Иди нахуй, чепуха ебаная. Нехуй кидай, говно ебаное. Говно это ты, блядь, твой рот дырявый, нахуй. Рот твой дырявый, нахуй, и не только у тебя. Ебаное животное обрушенное, блядь. Животное, знаешь, кто оно? Твой рот дырявый, нахуй, животное. Не говори так. Давай, нахуй, уходи из машины. Да иди ты нахуй, понял? Да давай, очкошник, ебаный. Да иди нахуй, ты понял? Из машины выйди, очкошник. Песос, соси, нахуй. Как ты это всегда делаешь. Очкошник, выходи из машины, ну. Из машины выходим. Оружие на себя наставим. Иди нахуй. Убил тебя. Ты капец на мою машину наехал, бля. А тебя шманает? Пизда вам, черт ебаная. У тебя шманает, нет? Не-не-не. Сейчас, смотри, утопит тачку, а не твою. Смотри, смотри, смотри. Отлетаете нахуй. Он выехать не может, на камень заехал, лох. Блин, пизда, что вы. Смотри, смотри. Че он делает, хуй пойми. Кто там в зеленой маске, да, стрелял? Да-да-да. У меня откат есть. Стрим. Да, откат мне нахуй не нужен, у них сейчас... Вот перекат, нахуй. Это что, его тачка, что ли, была, блядь? Да, да, да. Хуя ты могёшь, блядь. Пиздец. Не, ну я её взял там около будки, это... Где рыб пролёт. Чё, на натуре его тачка, блядь? А? На натуре его, что ли, тачка? Ну, походу, дело. Он её заблокировал, блядь. Остальное закрыл, нахуй. А чё твоя тачка, бля, уже лежать, будки отдыхать, была? Так вот такие вот чепухи забирают её. Так не, подожди, она была у тебя в другом месте вообще абсолютно. Ну она стояла здесь до этого, потом оказалось около будки, видимо. Ну, закрывать надо. Закрывать надо, ему ебло было раньше. А сейчас уже поздно, я еду. Ну видишь, бандюгов тут развелось. Да это не бандюга, это так. Дырявый какой-то. Дырявый какой-то? Ну. Ну ты же его штаны-то не проверял. Да не, видно же там было. Он в штанах проверял что-то. А, да, это, тут тело одно было. Угнало машину. Стрельба начала. Бля, какой на Жиге приехал. Слушай, а как включить FPS посмотреть, а? А это через NVIDIA. Ну то есть Alt-Z, настройки, и там есть типа отображать FPS. Что-то смотрю, что такое, кофта в казике выпадает. Ну да, я вообще в казик не хожу, я просто эти РПшки на баф меня так даже выгоднее. Так интересно, не ну вот о том и речь. Сейчас это... А где там FPS написано? А там есть что-то там связанное с этим. Отображать счетчик FPS, что ли, как так называется. А если бы тебе гелик выпал? Ну ты мне скажи, как, я тут нихуя разобраться не могу. Сейчас, секунду, выводу руку. Так, нажимаем Alt-Z. Так, заходим в настройки. Расположение худо. Так, расположение худо. Там есть индикатор состояния. Ага. Делаешь включить и выбираешь, где положение. Луи, я советую тебе отойти оттуда. Бля, я рыбачу. А не, ну я пока что? Это... Я бы нажал включить, он не показывает. Я еще в дороге. Перезайти выбрал. Перезайти? Да. У тебя слева там серая такая пиздюлина мелкая будет. Ну. Ну ладно, потом посмотрю. Ее толком не видно, но она есть. У меня она тоже есть, показывается. Ну, серенькая такая. Они оба там эти хуйплёты? Да. Вообще просто пушка нахуй гонь, бля, ебать. Пушка гонка, да. Я еще на FPS поставил, ну аж нахуй, ебать. Ну-ка дай-ка в город съезжу. Будет лагать, нет? Я там лагало нахуй.
Так, я отошел нахуй. Ебаш нахуй, там по полной как хочешь. Да, я еду. Я на тот берег, короче. Угу. И Бастиана Вера сделал. Бля, мне надо было тачку, да, этот, убрать оттуда. Да нет, похуй. Луи? Чё? Вообще никаких признаков. Вообще нахуй. Ну, скинь ссылку мне, хорошо. Вообще не... Да ну нахуй. А вот как мне тебе редукцию удалить, блядь? Я ж его а нахуй... не надо, он тебя сам заменит. А сам заменит? Ну? Ну, тогда скидывай ссылку. Да ну нахуй, вообще, да вообще нахуй. Даже рядом не стоял. А, вообще... Да ну нахуй! Ебать, орат как школьник нахуй. Ну и все. Вообще, прикинь, проседания никаких нахуй. Я даже камеры туда-сюда нахуй вожу, похуй. При нагрузке. Блядь, сейчас. Ну, я плюс я, короче, стрим буду. Я поставил этот буст, который убирает эти мусор нахуй лишний. А, ну, ну понятно. Частицы, короче. Да, и этих нету нахуй. Сейчас на трассе, блядь, баба, которая стоит, там продает, покупал я жрачку. Угу. Лалика нету, она стоит. А, ну вот видишь, блядь, а мне-то это нахуй надо. Я так-то этот графон просто подтянул, а мне-то нормально, в принципе, где-то около 50-40 там FPS. Ну, с учетом того, что сейчас стрим идет в 2К. Вот. Плюс еще я сейчас в Дискорде, и у меня еще браузер включен. А, нет, браузер не включен у меня. Плюс еще Дискорд, там все приложения. Ну, около 60 примерно. Если стрим отключить, будет 74-75. Ну, у меня залочено, ну, под мой монитор Full HD-шный. Ну-ка, если, блядь, так, а тут есть у него это... Кого? Ловись, рыбка большая, прибольшая. Угу. Ты хочешь их этот задебешить, что ли, или что, не пойму? Нет. Или ты хочешь ментов на них натравить? Как я ментов лечу, блядь, тебе? Крыс, что ли? Подожди, но там зеленого-то я не вижу их. Зеленый в кустах, наверное, стоит. Что ты там надымил? Напылил. Мне надо найти зеленого. Наверное, в кустах он стоит. Смотреть в кустах. Угу. Сейчас гляну. Да, он в кустах стоит. В кустах стоит? Да. Прям посерединке. Этого-то хуеплет, я не буду трогать, он только выебывался. Да, зеленый тебя убил. Зеленый убил, нахуй. Ты можешь, короче, это, с горы его ёбнуть. Да нахуй мне с горы, нахуй. Я-то там дерево поцеловал. Кто, я?
Ну, а, нет, не ты, это фиолетовое говно. Не очень люблю этих фиолетовых, они тупые. Точнее, это не фиолетовые, это розовые. Мы за Грув Стрит, а за зелень. Фиолетовый это отстой. Я всегда, когда играл за темнокожего. О, понеслась моча по трубу. Расстрелял. Расстрелял ты его, нихера. Себастьяна сделал. Зуб за зуб, как говорится, да? Да. Он тут в шоке, наверное, блин. Ты знаешь, ты стрелял, у меня такие звуки, прям ту-ту-ту-ту-ту, огонь из твоего там оружия шел, прям я видел. Все по кайфу так. Сразу видно, откуда стреляют, что стреляют. Здесь будет жесткое. Бедолаг. Ты его не добивал, да? Кстати, посмотри, может, у него оружие упало. Сейчас. Потому что у него последнее было в руках оружие. Да? Да. Сейчас я гляну. Я что-то, блядь, не глянул. Ну, он сейчас исчезнет, я заберу. Ну да, ты просто пока глянь. А может есть сейчас он? Эти... Надо было тебе его добить, кстати. Потому да, что сейчас медики придут. Все, медики могут. Пусть прийти. Приезжают, я еще приеду. У меня сложности. Сейчас я рыбку поймаю. Все, поймал рыбку, пойду чекну. Ты живой, братишка? Не, у него ничего не валяется. Хе? Вообще нихуя. Ты живой? Ты где здесь? Я тебя здесь не вижу. Где-то в кустах здесь тут валяешься. Не, его тут нихуя нет. Положил спать нах. Ну. Я вот даже тыкаю на F2, нихуя ничего не подбирается. А к нему дружок, ты его не приходил? Не, нихуя тут нет ничего. Ебать, друзья. Не, у него даже оружия нет. Угорь, один угорь стоит 1300. Да. Тебе сказать цены, кстати, на рыбу, которая здесь есть? Mm. У меня даже записи есть. Нихуя себе. Окунь стоит 950. Так. А, вот. Нет, не то, сейчас подожди. Да, вот окунь стоит 950, щука 1050, угорь 1300, форель 1900 за штуку. Ты там, походу, пол угря, блин, взял на 300. Или на сколько? На 600. Тебе маленький угорек попался. Знаешь, что мне кажется? Когда он упал, его оружие, походу, под текстуры попали. Поэтому я их не заметил. Как и он сам. Угу. 1700. Ой, моя гавкалка гавкает. Маленькая такая. Вавкалка. Говорит, что-то кого-то услышал. Соседи, наверное. Вавкнул. У меня? Нет, моя собака. У меня он, блядь, стенки нюхает, долбоёб. Ну, вкусные стенки. Либо обоссал, пока тебя дома не было. У тебя он не сыт на стену? Еще на 3 раза удочки. А я точку починюсь. Сука. Чего? Да пролил, блин. Где Жека? Он там. Тишина. Че? Че? Ты где там?
Я еще тут ебусь с редуксами, с ФПС. Все уже не так хорошо. Не так радужно. Не, ну заебато. Только надо это. Чуть-чуть, короче, да. Только надо удалить. Что надо? Только надо удалить ее. Она хорошая, только надо удалить. Ага. Да он там все этот ФПС сделал, там вот бабка, короче, с фруктами, короче, у нее была. Маленький такой магазинчик. Ну, съебался, угу. Короче, он. Текстура вся правильная, а бабка стоит. А вот он сейчас настраивает, чтобы хотя бы что-то это было. О, щит, ДТП, блядь! Ты чё, въёбся в кого? Жёстко, нахуй, я слетел, блядь, с трассы, нахуй. Всё, вызывай медиков и ментов. Нет, 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 нормально всё. У меня бампера оторвало. А, кстати, как там, я пытался ментов там вызвать, я хуй знает, куда звонить. Да, кстати, я тоже не знаю. Номера нету, нахуй, и скорой тоже. 911? Не, не получается. 103? Тоже. Ты пробовал? Да, тыкали. Я тыкал тоже. Интересно, меня еще разок откинут за нон-РП драйв. Ебать, у меня тачка горит, такое бывает? Да. Она сейчас взорваться может. На туре? Да. Ебать, она загорается нахуй, все больше и больше. Да-да-да, она взорваться может. Да я что-то не видел ни разу, чтобы она взорвалась. Не, у меня взорвалась. Ебанашки, подожгли, блядь. Какие плохие. Хулиганье, ебаное. Она тебе постоянно глохнуть будет, потом взорвется. ЛСПД, нахуй. Или ЛССД, блядь. Да, ЛССД. Сейчас я скажу им, что там у меня, блядь, происходит, нахуй. Хулиганы. Ебанашки, нахуй. Да-да-да. Налетели на меня тут, нахуй. Избили, скажи, да. О, я, кстати, сейчас нахожусь в здании, от которого тележки ездят на этот, на Челиад. А давай какую-нибудь РП-ситуацию создадим, типа мы врезались друг в друга нахуй, и вызвали ЛСПД. Как ты их вызовешь? Ну вот, надо узнать, как их вызвать. Нахуй. Их нельзя. Надо это, у админа узнать. Пошел он нахуй, это админ, я уже отсидел за нон-РП драйв нахуй. Я сейчас тут одного уже на рыбалке ебнул, нахуй. Сейчас еще приеду. Менты за тобой уже едут, бля. Думаешь? Да. У тебя же там сразу светится, бля. Ты убил человека, там все дела. Ебаный рот, натуре? Да, да, тебе 15 минут дадут. Они за тобой даже ездить не будут, просто вообще похуй. Просто проверять будут документы, нахуй. И все, увидишь, что ты в системе забит. Но я к ним сам приехал раз. Они такие, ничего себе, типа. Он аж охуел. Сам приехал. Ну, такое сначала, а и что мне сделать? Я говорю, это, я убил человека по причине самообороны. А, видеофиксация не велась в данный момент. Он говорит, и что мне делать? Он в шоке просто. Я говорю, ну сади. Он. Ну я первый раз вижу, что сами приехали, сдались. Там пацан такой, можно я за него это? Бабки дам. Ну бабки дам, не садите. Он говорит, а как, говорит, он в системе все равно, типа, будет. Система, говорит, я не уберу эту судимость. Я, говорит, с радостью, тем более, говорит, сам пришел. Повинны. Ну. Явка с повинной. Ну что, ну, сделать, говорит, это 15 минут. Давай постреляем, стоим. Придется, говорит, сидеть. Да ладно. Давай, я уже готов, нахуй. Лучше сразу отсижу, нахуй. Чем потом, блядь, что-нибудь такое случится. И съебаться, хуй съебешься, блядь. Документы будут проверять, и все. Посадят. Бандюги едут, нахуй, на рыбалку. Кого там еще разъебать-то? Не ебать. Блять, надо было за Патриками заехать. Да ну нахуй. Блять. Охуеть. Я даже не тратил свое оружие, я тебе больше скажу. Мне как не, его дали, так оно и лежит. Я-то вот раз потратил уже на этого.
Не стреляй! Не убивай! Пошел нахуй. Пизда, я сейчас приеду туда, всех буду смотреть, прям каждого будут ебашить. Смотри, за каждого тебя победоносу не дадут. Не-не-не. Ты чё, блядь, опять нахуй? Не-не, блядь, подъебать никогда не даешь нахуй. Сука, блядь. Постоянно нахуй. Не-не, блядь, о, справедливый, сука. Какой. Очень справедливый, ну. Справедливость восторжествует когда-нибудь, когда я сдохну. Я сейчас ментовку поеду на тебя, нахуй, заявление. Смотрели в фильм «Бригада», нахуй? Да. Вот она едет уже. Там на дороге кто-то этот оставил, слышишь? Тачку какую-то. Я говорю, на дороге там тачку кто-то оставил. Где? По низу ехать. Там какой-то идиот тачку оставил. Прям посмотри. Идиот. Идиот. Или идиот. Скажи, ну-ка еще раз. Идиот. И он ему так в челюсть. На, ему полетел, короче. За мной тачка гонится. Полицейская? Нет, черная бэха. Скажи, кого ты там догнать хочешь? У меня хуйдовой, все верно ты сказал. Да, Москва-Воронеж хуйдовой. Хоть у него новая М5. Она так не едет, как твоя бэха. Но она так не едет, как старая она. У тебя там турбина стоит, там все дела. Дизель нахуй, все здесь дела уже присутствуют. Выхлоп, блять, обвесы, просто спорт нахуй. Тачка М. Тренировочка, ебать. У тебя же М. М-пакет. На номерах я люблю GTA моддинг. Да, да, да. Пошел в дрифте, вот этот вот поворот нахуй. Пошел в другой поворот в дрифте. В третий, ой, блять. Боевенько. Не зашел, да? Да, да, да. А вот этот ты ебаный пикап, говоришь, стоит? Да, да, да. Идет не то, нахуй, не то. Ага, нахуй, не то, да, нужен. Моды не те, да, все не то. Сука, он еще закрыт, блядь. Те. Жизнь не та. Хотел угнать эту. Угнать за 70 секунд. Нет, не за 70, за 10 хотел. Угнать за 10 секунд. Ну что, зеленый-то приехал, блядь, не видел его? Нет, не видел. Он теперь будет нахуй умирать до конца своей жизни, нахуй. Вы же там кореша были, не? Теперь уже нет, нахуй. Он меня предал. Он предал мою доверие. И поплатится этим. Раз за разом я буду его убивать, да? Да, 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 да. Знаешь, что такое безумие? А? Безумие это... Точное повторение безумие. Одного и того же действия. Раз за разом. В надежде на изменение. Это и есть безумие. Вот у тебя безумие будет. Беззубие. Беззубие. Я вот стою и думаю, въебать ли вот этого вот хуеплетого въебистого или нет. Но он же въебистый. Хотя он только выебывался. Да, он выебывался. Говорит, выйди с машины там. Трёшь-мёшь будем. Раз на раз. Его тачку два раза угнали, ты знаешь, да? Кто? Первый раз ее отсюда угнали до тудова, а ты ее отсюда до сюда, короче, пригнал, блядь. Ебать, и нахуй я ее тут оставил. Ну. Надо ее увезти, нахуй. Либо его увезти. Ну, кстати, можно купить стяжки. И мешок. Мешок на голову, стяжки за руки и повел за собой. Да, блядь. Пока я буду всю хуйню там отыгрывать, уже менты ебать приедут. Да не. Блять, нихуя у меня диски какие пиздёвые. Я хорошо тюнингую. Тюнингован это. По кайфу. У меня уже 707. Я, кстати, к тебе туда, наверное, тоже пойду. Да? К тебе пойду сейчас. Куда? Туда. Я тут. Ну вот и все. А ты? А я тоже. А ты?
А, вот. Ты сюда приехал. Она у тебя тоже коричневая, да? Или ты ее просто в коричневую покрасил? Не, она у меня и была такая. Да? У меня просто она грязи коричневая. Не, она сама по себе коричневая. Да, понятно. Она и покрашенная, и в грязи. А у меня она черная. Черный цвет, воу, матовый. А, ебать, она у тебя грязная, нахуй. Да, я тебе говорю. Вот у тебя от грязи коричневая, нахуй. Да, как она черная была. Мустангер. Да, красивая машина. Грязь разводит. Миллиметр от моей машины. Угу. А все почему? Потому что я гонщик, нахуй. Нереальный, профессиональный. Анальный. Да-да-да. Ты мамки. Гонщик. О, менты приехали. Ебать, я вовремя прям дернул нахуй. Да, менты приехали. Ну, блядь, давай разворачивайся, хочу поуебываться на них. Подъеду. А на чем они? На быстрой машине. Похуй. На четырехдверной. Похуй. Их сколько там? Трое. Трое? Трое. Блять, да хуя. Ну они сейчас проверяют. Сейчас я к ним подъеду нахуй. Даже бип-бип, мазафак, и уедет, да? Ну, почти. Интересно, тут кто-нибудь... О, ебать. Чуть не уебался в реку. Это, интересно, тут кто-нибудь пинтов-то убивает, нахуй? Да, было такое. Если я их положу спать, нахуй, троих. Ну, тебе 3 звезды как минимум дадут. Сам ляжешь, нахуй. Тебя другие завалят, нахуй. Да ладно, нахуй. Мне придется то, что их доставать. А две с калашника. Из широких штанин. Да. Мусора, пидорасы, бля. Меня взяли с ганджубасом. Смотри, он услышал такой, не понял бы. А? Он услышал и медленно, короче. Услышали, они прям рядом со мной стоят, ну, я к ним подъехал. Да я слышал. Он, короче, просто проигнорировал. Че, они не поехали даже? Нет, вообще пофиг. Ебать, крысы ебаные. Она, блядь, пидорасы. Меня взяли с ганджубасом и сказал мне серый басом. Мусора, блядь, пидорасы. Мусора, блядь, пидорасы. Два идиота. Блядь, это бревно, оказывается, было. Подъедь к ним, скажи еще раз. Да, бля, я за наживкой уехал. Они тачку мою еще запомнили, блядь, теперь будут искать ее. Да, по горячим следам еще пока не нашли. Не, ну я имею в виду, когда увидят, они ее это... Запомнят, зафиксируют, фотографируют. Ебаная рот, бля. По номеру телефона найду тебя. По СМС. Да. Евгений Гаврилюк здесь обитает, нахуй. Около наживки. На Додж-раме. Уже не обитает, нахуй. Или с раме. Раз, два, трис, четырис, пяс. О, повели, короче, пацана. Повели? Да, повели. Одну. Ебать, за что, пацана, блядь? Все, посадили в тачку. Только. Пиздец, блядь. Того вот так розового, вот, нахуй. Розового посадили. Вот так вот, блядь, нахуй, теряются, ебать. Пацаны, ебать. Меня ни разу не сажали. Тебе повезло. А я уже свое отсидел. Мы уже с вами разговаривали, гражданин. Вот буквально 15 минут, да, там офицер со мной уже разговаривал, проверял. Офицер к окошко. Ладно, я понял. Хорошо. А ты купил, Женя, лицензию-то? Да у меня давно она. Нет, конечно. Красавчик. Это вообще не лицензии кто покупает только? Нет у вас. Не понял, что. Как так? Уебана. Каждый раз приезжаю, статьи у вас нет. Как так? Ну, а вы хотите, чтобы у меня была статья, да?
Не, я просто спрашиваю, как так, вы не нарушаете, что ли? Хули ты с ним там кокетничаешь, нахуй? Я понял, хорошо. Самый такой лучший рыбалин в мире. Я понял, хорошие рыбалочки ему. Борт Зенкода плачет от моих дрифтов, нахуй. Он, прикинь, такой, короче, подходит, говорит, ну как так, когда я к вам, говорит, подхожу, у вас, говорит, статей нет. Ну как так, говорит, вы что, говорит, не нарушаете, что ли? Письку дашь, ебать. Ну. Постоянно, говорит, к вам подходит. А что сегодня проебать-то все? Все, они свалили. Свалили? Да. Похуй, 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 похуй. Как так? Я буду ебать, буду погибать. Андрюха, ты чуть потише сделай, ты прям орёшь, я ж не слышу никого. Я еле пискнул. Да. Все, вот так вот я сделаю. Земля в иллюминаторе. Вот, отлично. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе, видно. Хватит тебе пить уже, хватит тебе пить уже. Заебал ты всех уже с, прямо с утра. Как сын грустит о матери. Грусти моя земля, она одна. А менты тем временем, а менты тем временем. Все время вяжут пацанов. Холодные. Как часы затмения. И как часы затмения. И как часы затмения. Вяжут они пацанов. Ладно. Я какую-то фигню уже несем. Слушай, купи мне там бургер, а? У меня жрачки. Ты кому? Тебе. Где он, на другом крючке? А, сейчас приеду к тебе. Порыбачим. Может, они к тебе поехали. Как они ко мне придут, так с хуем и уйдут. Может, и без него, скажу, да? А может, и без него. Тут рядом церковь, но я им один хуй нахлобучил. Чего ты настроил там рыбалочка? Продается прямо рядом с рыбалочкой. Евгеша. Евгений. Что тебе ну? Настроил редукс. Редукс ты настроил, нет? Кучев. Вов. Вов. Как я устал ловить уже. Лови, лови, лови. Лови, лас. Лови, лови, ясно, чтобы они погасло. Если что, еда здесь продается прямо. Да я понял. Там заезжай, кушай, там все делай, что хочешь. Ну. Бегу, 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 бегу. На лайтах проходят. Да не, менты бывают. Он Женька же сажали уже. Ну здесь-то потому что он по своей дурости залетел. Мен по дурости залетел? Нет. Женя по дурости залетел? Да. Залетает баба. Ой, он тоже залетел. Женя приехал. Прокалим колеса. Можно. Ай, блин. Интересно, если я сталину по колесам, они проколются? Да. У другого человека? Да. Меня так по колесам менты стреляли, когда я драпал от них. Так умеешь дело даже? Да, прикинь. Я себе, блин, ебал он мне нахуй. Блять, нахуя я диски подобрал, я просто смотрю на них и думаю. Лютые, да, они? Пиздел, блин. Ну, цвет тоже, блядь, как-то мне нравится цвет. Ну-ка, Андрюха, накрути там мафон, ебать. BMW E39. Купи себе бэху 39. And performance. Андрюха, купи ее, купи. Yeah.
Зачем, зачем, зачем? Чтобы потом мучиться с ней. Маску заливать. Видишь, как она поет? Ее еще можно найти нормально. Не, у нас уже в Ташкенте все убитые просто хлам. У нас еще можно найти нормально. У меня мотор так сильно ревет прям. И мотор ревет. Кто на этом несет? Новый поворот. 1033. Убей на рыбы. Вот он, кто-то подлетает. Я буду ебать, торопи-то-то. Бля, вода такая красивая, мне прям нравится. Ну так женись на ней. Она здесь так хорошо сделана. Они, походу, в воде больше внимания уделили, чем текстуру. Да воде не надо больше внимания уделять. Но... она уже готовая просто. Нет, такую красивую. Просто она вот как надо прозрачненькая. Волна, как ты думаешь, я проеду? Ее попить хочется даже где-то. Там. Хуёт погрузился. Ты себе неон, что ли, поставил? Да, красный. И винил, кстати, красный. Сколько винил стоит? Неон. Ну, что-то в районе там 100 с чем-то, что ли. Нихуя себе. По кругу. Машину помыть. Да, надо бы. А мне ее и починить надо, у меня и лобовухи нет, и боковухи нет. Ну, у меня целая она. Вот и моя поцарапанная. А у меня наоборот твоя целая. Красиво. Да, нормально. У тебя М5-я. М5 перформанс. Видал, какие глушаки нахуй стоят? Да, вообще по красоте. Ебанешься. Большие такие банки. На Мустанге таких нету нахуй. Банки огромные. На Мустанге, кстати, тюнинга такого внешнего нету вообще. От слова совсем. Ладно, только шины понятно. Поменять можно. Но он и сам бидонит. Нет, стандартные они красивые. Я бы шины поменял, не диски. Потому что шины какие-то сликовые, блядь, мне не нравятся. Ты когда колеса поменяешь, у тебя и диски поменяются. Ой, и шины поменяются. Ну да, да. Вон я себе диссоны подобрал, ебанешься, какие спицы. Да, вижу там. Это эти, как ББС, да? Это как они там называют? Не, это охуенно сделано. Не, ну есть же типа там марка ББС. Да. У тебя походу ББС-ка. PBC, очень похоже, кстати. Черный прям. Черный цвет. Оу. Матовый. Фары блеск. Оу. По кругу катанный. Ну, что-то клюнуло. О, что-то клюнуло. Забуд. Блять. Сосед, шлю рыбу жарит, сука, воняет, блять. Ты какой-то нервный в последнее время. Да я окно открыл, блядь, и походу тянет сюда, нахуй. Крикнуть им в окно, что ли, ебал я рот вашу рыбу. Ваше казино, да? Ваше заливное, нахуй. Блядь, чем монитор оттереть, нахуй? Салфеткой. Сухой. Желательно. Я думаю, он не ототрёт сухой салфеткой. Ну, тогда влажный. Там какая-то харча, ебать. Я еще, сука, хотел пальцем и размазал ее, ну. Фу, бля. Не, ну там не такое, там какое-то пятнышко было, и я его размазал. Жирными руками, да? Нормальные руки, нахуй, даже не жирные. Худые, я бы сказал. Ну, ты худой, да, у нас? Сколько весишь? Я? 80. 80. А рост?
183, где-то 184. Ну, ты как я. По росту, но не по весу. Тебе так выходит по росту? У меня вес 92 килограмма. Нихуя ты, ебать. Жиротрест. Угу. А рост 1.82 м. Вчера еще эту грушу долбили, которая, которую деньги ложишь, блядь. Ну. И она показывает, типа, эту хуйню. Ну сколько там в цифрках, ну? А они же это, они же все по-разному везде. На каких-то там рекорд 1500 можно всего поставить. Угу. На каких-то 3.9, на каких-то это. Вот угу. Это был на 1500, типа. Ты сколько шмальнул? 1350, 1400. Ну, короче, вот в таком радиусе. Короче, 4.9, да? Там не, какой-то голубой едет, смотри. До конца я не убивал. Где? Да вон какой-то голубой вон. Вышел. Машина. Ага. Разъебать его, как думаешь? Ну, смотри, крадется, бля. Сорвалась рыба за него. Опа, зарыбачил. Блять, нахуй он этот Skyline купил, ебаный, блядь. У которого жопа прыгает. А многие, кстати, почему-то этот дурацкий Skyline покупают. Я не знаю, зачем. Еблан, что ли, нахуй? Ну, просто, видно, не знают люди, что там происходит. Ну... А, нихуя, у меня салон коричневый, что ли, бля. Привет, хочешь, привет. Я его вообще не вижу. Кого? Уже салон. Ну, у меня разбито это окна. А. На дверях и на сиденьях белые вставки, а салон какой-то коричневый. Обосранный, наверное. Не-не-не, либо черный, но выгоревший черный. Угу. Ты на мой посмотри. Тупо черный. Посмотри. Тупо черный. Я тебе не смогу посмотреть. Мне надо въебать туда. Стрельнуть в него нахуй. Нормально? У тебя как? Если в голову стрельнешь, он умрет. У тебя усики? Да, проход в трусики. Усики, усики. Ну, поздравь ее от меня. Сколько ей уже стукнет? Кем он там разговаривает? Да, он с подписчиками разговаривает. Он стрим ебал. Если ты не стример. Да, куда ты попал, но? Круто, ты попал на ТВ. Даже нахуй хуй по кого пошлёшь. Ты пизда. Тебе пизда, готовь сраку свою. Табе пизда. А Тобе. Тоби, пизда. Тебе так подходит по росту. Маленький хуй. 6 лет. 6 лет. Скоро в школу пойдет. Завтра в школу не пойдем. Че там у тебя, блядь, караоке, что ли? Андрюха, блядь. Тебе слово скажу, ты, блядь, песню находишь. Блядь, пиздец, меня ломает, нахуй. Вот так это... Ломай меня полностью. Да. Выпей это, рассольнику, что ли, там, я не знаю, если найдется. Купи банку огурцов и выпей рассольник. У меня такого нет. Магазин рядом. Я знаю, что в 7, но все равно. Уже скоро, уже школа через годик. Обед. После обед. Да, и буду убирать. Най-н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 ай. Угу.